На полотне «Мордовская девушка» Харламов изобразил девушку в национальном мордовском костюме эрзя. Модель на его полотне одета в руцу, халатообразную одежду, украшенную вышивкой. «Мордовская девушка» была написана во время заграничной пенсионерской поездки Харламова после окончания Санкт-Петербургской академии художеств с большой золотой медалью. Показанная в 1873 году на Всемирной выставке в Вене, «Мордовская девушка» стала одной из картин, за которые художник получил бронзовую медаль. Оценка современниками этой работы была неоднозначной. Критик Стаса в своем отзыве на Венскую всемирную выставку называл ее сильно написанной. Крамской судил жестче. Когда Боголюбов мне с особым шиком указал на нее, то грешный человек минут пять я даже любовался. Потом, осмотревшись и переходя от одного куска живописи к другому, я должен был сознаться, что все это выдумано, фальшиво, неверно. И в конце концов забраковал. Отметим, что картина была приобретена Боголюбовым не позднее 1874 года, возможно, сразу после Всемирной выставки. Харламова часто называют салонным художником. Один из журналистов в той эпохе писал, что его специальностью были детские головки и сценки из детской жизни. Такого рода работы были характерны для салонного искусства. В головках живописец прежде всего ориентировался на вкусы своих заказчиков. Его головки, предназначенные для украшения состоятельного дома, были приятны, как и сама салонная живопись. В «Мордовской девушке» Харламова сплетаются различные стилистические течения второй половины XIX века. В ней присутствуют не только отзвуки романтизма и сентиментализма. Не случайно уже современники в его головках видели как влияние французского художника XVIII века Грёза, так и черты реализма, в выборе темы и в тяге к психологизму и эклектике. «Мордовка», как и многие головки Харламова 1870-х годов, вызывает ассоциации с произведениями караваджистов, работавших в Италии 17 века в жанре бомбочанти. Они часто писали сцены из народного быта, где фигурировали простолюдины, торговцы, нищие, цыгане и так далее. Но Харламов не обращается к подобным мотивам, он лишь заимствует типаж и манеру письма. Цветовая гамма картины выдержана в коричневых тонах. Здесь можно говорить и о караваджистской манере тенеброссо с ее резкой светотенью. Отметим, что головки составляют большую часть творческого наследия Харламова. Несомненно, не последнюю роль в их создании играл коммерческий успех, но в отличие от большинства харламовских головок, в «Мордовской девушке» почти нет налета, слащавости. Несомненно, это одно из лучших произведений Харламова.